Дмитровский роддом был построен в 1983 году. Первый капитальный ремонт был проведен через 10 лет после открытия. Кардинальные перемены ждали дом рождения в 2009 году, когда в ходе капитального ремонта появились боксы для родовспоможения и послеродового индивидуального пребывания рожениц с ребенком, а также послеродовые палаты с отдельным санузлом и душем. В этом году их обновили. Было отремонтировано 5 боксов родильных, в них была заменена плитка и потолки, и светильники потолочные, и в операционной была заменена плитка. И еще также была отремонтирована вот эта палата интенсивной терапии для новорожденных, в которой мы находимся. Ремонтные работы в роддоме шли 3 недели. Он был закрыт для приема беременных пациенток. Но так как роды – это непредсказуемый процесс, были случаи, когда рожениц все-таки принимали. Рожениц возили в Клин, Долгопрудный, Дубну, Пушкино. Это, в общем-то, скорая распределяла это сама. Вот. Но у нас был организован пост на тот случай, если кого-то привезут вот уже или с полным открытием, или какие-то операции нужно сделать. И такие у нас вот 3 человека все-таки родило в закрытом роддоме, которые приехали, везти их уже было поздно куда-то. Дмитровский роддом открылся 11 октября, и в этот же день здесь на свет появились 4 малыша. Молодая мама Мария Маринцова в этот день родила девочку. Обе чувствуют себя хорошо. Кстати, для Марии это уже 3-е роды, и все они прошли в Дмитровском доме рождения. Всех детей, да, я родила в Дмитровском роддоме, и на перспективу, когда я забеременела даже 3-й раз, мы не рассматривали другой роддом, знали, что поедем сюда. Персонал отзывчивый, все помогут, подскажут. То есть все люди добрые и, как говорится, в любую трудную минуту могут поддержать и подскажут, как правильно поступить, чтобы все было хорошо и у мамы, и у ребенка. Сейчас Мария находится в послеродовом отделении, где также был проведен ремонт всех палат. Было заменено освещение, потолки, а также плитка в тех местах, где это требовалось. Все это сделано для комфортного пребывания беременных и молодых мам. Дмитровский роддом зарекомендовал себя с положительной стороны, и его выбирают пациентки из других округов, так как он представляет комплекс отделений узкой специализации. Здесь работают специалисты более чем с 30-летним стажем работы, врачи высшей категории, которые заботятся о женском здоровье и новорожденных детях. По словам Игоря Литвиненко, с начала года в Дмитровском доме рождения на свет появилось уже 1396 детей.